Здравствуйте, меня зовут Софья Пономарева, мне 13 лет, я живу в городе Москве и обучаюсь в профессиональной детской тренинг-студии «Актер». О себе. Я общительный и дружелюбный человек, в основном душа компании. Также я занимаюсь фитнес-аэробикой. В основном мы с моей командой выигрываем первые места, и мне очень нравятся такие моменты. Также я люблю очень театр, ходить в театр или играть там. Также я люблю читать книги, в основном читаю классическую литературу. Еще я смотрю кино, и причем постоянно, и мне это безумно нравится. Также я люблю чай, а не кофе, и печенье юбилейное. Хотя я знаю, что оно не очень полезное. Вот так. Я хочу рассказать вам стихотворение Есенина, отрывок из «Исповеди хулигана». Я люблю родину. Я очень люблю родину, хоть есть в ней грусти и ржавь. Приятны мне свиней и испачканные морды, и в тишине ночной звенящий голос жаб. Я нежно болен воспоминанием детства, апрельских вечеров в мясницах марь и сырь. Как будто бы на корточке погреться присел наш клен перед костром зари. О, сколько я яиц вороньих, карабкаясь по сучьям, своровал! Все так же он с верхушкой зеленой, по-прежнему ль крепка его кора, а ты, любимый, верный пекий пес, от старости ты стал труслив и слеп, все ходишь по двору, влача обвисший хвост, чутьем забыв, где двери и где хлеб. Как мне дороги все те проказы, когда у матери, стащив краюху хлеба, кусали мы ее с тобой по разу, ни капельки друг другом не погребов. Я все такой же, сердцем я все такой же, как васильки воржи цветут в лице глаза, стиля стихов злоченые рогожи, мне хочется вам нежное сказать спокойной ночи. Всем вам спокойной ночи! Отцветела по росе сумерек зари коса. Мне сегодня хочется очень из окошка луну обнять. Синий свет. Свет такой синий, умереть в эту синий жаль. Ну и что, что кажусь я циником, прицепившим к заднице фонарь? Старый, добрый, заезженный пегас. Мне нужна твоя мягкая рысь. Я пришел как суровый мастер, воспеть и прославить крыс. Башка моя, словно август, льется бурливых волос вином. Я хочу быть желтым парусом в ту страну, куда мы плывем.